Даже деревья. Вот они, наконец-то. Я ее на красную пыль. Я уже близко. Сейчас, куда? Куда идти? Сюда. Ну. А, моя деревня. Лет 20 я уже тут не было. Уехать из Мурска. Эх. Где тут мой дом был? Так, вот мой дом. О, профессор Мурлей. Здравствуйте. Дерево, что делать? Рассказывайте все как есть. Ох, мои деревья, они еще чуть-чуть в этом годе. А деревья напали. Кто? Что сделали? Напали? Собрали всех высоков и уехали. Да вот. Кто посмел? Ладно, начинай. Что сделать? Иди в колодец. Наш колодец. Что у кого секрет? Если ты ближе, там остальные. Снимаю.